Семейные выходные на свежем воздухе, а еще угощения, конкурсы и подарки. Зимний фестиваль «Снеговерть-2024», посвященный году семьи, прошел во Фрязинском лесопарке. Это уже второй семейный фестиваль во Фрязине. Его организаторы Александр и Елена Мартыновы отмечают главной задачей фестиваля – укрепить семейные связи и передать традиции. Мы сами в браке 20 лет, и для нас очень важны именно семейные традиции, поэтому мы решили организовать зимний фестиваль. Это очень многим отзывается, и нам были благодарны семьи, которые говорили: спасибо вам большое за такой фестиваль, потому что при подготовке мы настолько сплотились и объединились, и вот настолько у нас приятные воспоминания об этом, что вот это очень здорово. Поэтому нас это мотивировало. Семейное мероприятие объединило жителей Фрязино и Щелково. Были участники и из Ростова-на-Дону. Гостей ждал зрелищный костюмированный парад санок, снегокатов, лыж и других средств передвижения по снегу. Семья Петрусенко нарядилась в костюмы аистов и сделала из тюбинга гнездо. Мы аисты. Семья аистов – это главный символ мира, любви и такой бескорыстной, долгой веры друг к другу. Благодарны поэтому Монтессори, что они устраивают такие праздники интересные. Это и семью объединяет, конечно, и разнообразит нашу жизнь. А семья Лепко вдохновилась фильмом «По щучьему велению» и соорудила из санок печь. Внутри дрова, а из трубы валит самый настоящий дым. Весь второй материал, который был, а жена художница все разукрасила. Организаторы постарались, чтобы каждый гость фестиваля нашел себе занятие по душе. Мастер-классы, танцы, беспроигрышная лотерея, заряд хорошего настроения был обеспечен всем пришедшим. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.